Мы все живем по заложенной в нас родителями программе, сценарию. Мы можем следовать ему, а можем освободиться и написать свою книгу жизни по собственному проекту. В Библии сказано, что книга жизни – это книга, в которую вписаны имена всех людей, живущих на земле. Он давно хотел написать о некоторых людях, которых встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был. Но не раз откладывал работу. То мешали обстоятельства, то брало сомнение, удастся ли воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую. Стоит ли довериться памяти? Память сохраняет одно, отпускает другое. Он помнит в деталях некоторые картины детства, отрочества. Помнит одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди, рассказывающие стойко и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками. Трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман. Он не хочет больше откладывать, и именно сегодня расскажет о различных годах своей жизни, об отдельных людях, о политических деятелях и мечтателях, о семье и друзьях, о коллегах и родных. А события, большие или незначительные, он попытается описать не в их исторической последовательности, а в их связи со своей судьбой, с его сегодняшними мыслями. И это будет книга о себе.